Друзья, всем привет! Вы на канале Scandi House, и сегодня я буду пробовать отмывать вот этот диван. Такая вот у меня тут красота в кавычках. Вот так покажу поближе. Диван у нас IKEA, это ткань рогожка. В таком состоянии он у нас оказался спустя год. Я его мыла, чистила. Но недавно у меня пролили дети какой-то сок, чай. Просто за месяц зарос у нас всеми различными пятнами. И сейчас я буду пробовать его отмыть. По рекомендации одной моей зрительницы буду пробовать отмыть этот диван таблеткой от посудомойки. В общем, будем проверять, рабочий это лайфхак или нет. Если этот лайфхак мне не поможет, результат меня не устроит, тогда я буду вызывать химчистку, потому что, ну, это никуда не годится. Итак, у меня есть вот такое чудо-устройство от Amway. Это обычный полиолизатор. Я сейчас сюда налью теплой воды. Беру обязательно теплую воду, чтобы моя таблетка лучше растворилась. Порежу свою таблеточку. Готово. Сейчас я хорошенечко растрясу все это дело. Таблетка, я так понимаю, что должна раствориться как следует. Должна появиться такая классная пена, которая и будет, собственно, очищать нам всю нашу мебель. Ну что, пойдем пробовать. На вооружение я также взяла щетку. У меня вот такая обувная щетка. Точнее, для одежды, она для обуви, она универсальная. Мне кажется, у нее такая мягкая щетина, и она не будет сильно пушить и повреждать обивку. Также буду защищать руки. И взяла вот такие тряпочки, чтобы потом можно было еще споласкивать. Я прошлась по всему дивану, а именно по самой загрязненной его части. И теперь буду с помощью тряпочек вымывать вот эту всю пену. Используя обычную воду, буду просто постоянно ее менять, чтобы мой диван как бы равномерно намочился, и потом он также равномерно высох. Смотрите, какая грязная вода. Я просто вот так полощу тряпочку, и видите, вода просто черная становится. Более-менее смыла пену, несколько раз меняла воду, пока она не стала более-менее прозрачной и без пены. Вот, сейчас мой диван такой влажный, но я решила еще его пропылесосить. Мы сначала пеной моем, а потом уже мы пылесосим. В общем, сейчас хочу еще его пропылесосить, чтобы убрать излишки вот этой пены и химии. Диван влажный, даже можно сказать, он мокрый. Мне теперь нужно дождаться, пока он высохнет. Я уже буду смотреть на результат, когда мой диванчик полностью высохнет. И поделюсь с вами своим результатом. Ну что, проверяем результат на следующий день. За окном очень темно, поэтому я включила верхний свет. И вот сейчас вам покажу, что же в итоге у нас получилось. Я могу сразу заметить, что диван стал намного чище. Ушли пятна. Но в некоторых местах он еще все равно такой влажный, поэтому, наверное, дождусь полного его высыхания. Что сказать? Это рабочий лайфхак. Действительно, таблетка для посудомойки может отмыть диван из рогожки, но я бы не назвала это полной альтернативой химчистке. Мне кажется, что, конечно, раз в год надо приглашать химчистку домой, чтобы вот эти все загрязнения из ткани именно удалились каким-то таким профессиональным способом. Таблетка для посудомойки прекрасно отмывает все пятна. У меня вот тут вот где-то было, вот уже не знаю где, пятно от помидора. Дочка, да, ела помидор. Вообще у нас есть дома правило: мы никогда не едим
нигде, кроме как за столом. Ну, видимо, я не уследила, и получилось вот такое пятно. Сейчас я его не вижу. В общем, рабочий лайфхак. Спасибо, что порекомендовали мне такой супер способ, временный, так сказать. Хочу еще почистить кресло, хотя они не сильно прям загрязнены, но есть какие-то небольшие загрязнения на них. Я буду рада, если мое видео было вам полезным и интересным. Ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Ну а мы с вами увидимся в других роликах. Всем пока-пока!